Первое, я хочу сказать, что я абсолютно уверен в том, что национальная идея должна быть, и она должна быть озвучена, и она должна быть понятной, ясной для всех, кто живет на этой земле. Вот. И второе, что вот уже надо по существу в этот процесс включиться всем, кто о нашей земле как о родине думает, в этот процесс включиться, и что же так составит вот это, тот стержень, который организует всех нас, сегодня живущих на этой земле. Я вот хочу предложить одну формулировку. Знаю, что она далеко не... Если бы я только сегодня, с утра, так, в общем, да, об этом подумал, Джеки, значит... Ну, такое, скажем, атамикен. Одно слово нужно – атамикен. Атамикен – это отечество наше, так? Атамикен. И дальше. Сан, сапа, сана. Вот три слова. Сан – это количество, численность наша, так? Значит, сапа – это качество, сапа. Вот. И третье – сана. Сана – это самосознание, в абайском смысле. Сана очень многое входит.